Привет, друзья, это проект «Русская Америка», я вышел на пляж. Первый раз было так ознакомительный поход, когда Аня так презентовала дом, когда только переехали, а сейчас, наконец-то, я вышел уже полноценно позагорать. Вот, тяжелая была неделя, трудились над стартапом RDNY, все закончили, все запустили, и сейчас с чистой совестью можно пойти чуть-чуть отдохнуть. Смотрите, вот эти вот штучки, называются кабаны, да? Это такие домики, которые тоже можно купить. Но у тебя должна быть обязательно квартира в доме. Вот наш дом. И дополнительно к дому ты можешь приобрести такой вот домик. И здесь есть туалет, то есть полноценный домик. То есть, как бы, в принципе, дом для гостей можно использовать или для пляжного отдыха. Так, ладно, возвращаюсь к пляжу. Дождь прошел в Майами вчера, видите, лужи. И, конечно, парит так немного. Анна сегодня вернулась с Нью-Йорка. Утром в 6 утра мы ее встретили. И сейчас она будет пока с нами, а потом 10 числа она уже назад улетит в Нью-Йорк и будет в Нью-Йорке, а я остаюсь в Майами. Это пляж именно нашего дома, но на этот пляж может прийти любой человек. Тут пляжи все общественные, то есть тут есть проходики между домами. Поэтому каждый может здесь позагорать. Волны сегодня, запах водорослей. Я сказал, Аня, что ты вернулась. А я не буду снимать. Как ты раздеваешься, ладно, окей. Это вот этот сотрудник уже с нашего дома, он тут раздает полотенца, напитки можно купить. Вот как раз табличка о правилах поведения на пляже. Там вон спасатели. Не знаю, камера видно, не будет видно. Самолетики обычно эти используют для рекламы различной. Потом будет лететь реклама, я сниму. Так, ладно.